Стоит у меня перед телевизором вот такой заяц. Подарили в прошлом году. Заяц это копилочка. Туда мы сбрасывали 10-рублевые монетки. Пришло время ему покаяться. Ну, там какая-то сумма есть. Хрум-хрум. Кто-то ест. Дед Мороза. Мы в этот раз тоже в него наливали шампанское, но не снимали. Дед Мороз оказался дырявым. Протек. Ну что, молоток нести или как? Так, сейчас принесу. Да подожди, давай, подожди, я сама сейчас принесу молоток. Молоточку. Ты сними его из жопы. Из жопы. Что за слова? Вот он такой толстенький, как я прям. А как я? А какой я? Я такой вот. Прям как тот же заяц. Жена угрожает молотком. Итак. Подождите. Сейчас подсек. Кто-то одновременные съемки. Ну да, дарителю тоже. Я вот так. Ну что, ломаем? Ну давай. Как мы бьем здесь? Поближе вот сюда поставь, посерединке. Оливки убери. Да. И что? Селедка. Селедка. Как вот. Селедка, ты селедка. Вот здесь у нас селедка. Там шоколад. Шоколад. Оливки. Да, яблоки. Да, весь стол заснимем. Ну давай уже. Прям так? Жалко. Нет, промеж ушей дай. Ну а что делать? Так это... они уши-то крепкие. А ты просто ударь промеж ушей. А! Все. Да все уже. Ну где? Ну вот оно уже. Ну, давай еще. Нет. Дырка. Не поранься. Деньги. 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 Из жопы. Да что ты. Сыпь. Это извергаем я. Из внутренности. Ой, что так мало-то? У него еще инвентарный номер какой-то. Может, кому-то счастливый номер будет? Запоминайте, но не звоните, это не мой номер. Так, сейчас будем считать. Что тут мало, да даже на маникюр не хватит. Так, ничего. Мы отключаться не будем. Нет, непрерывная съемка. 10. Вот 100 рублей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 400. На маникюр даже. Сколько? Блин, вообще 600 рублей. Вообще даже. На маникюр найдите. Я не понял, заяц мой, а маникюр. Почему заяц мой вообще-то? Да. Маникюр мой должен. 600 рублей, да. Не, нормально, что ты. Ну, хотя бы пару ноготочков. Пойдет? Ты что, пересчитываешь? 10. Вот это 200. Ты хочешь, чтобы появилось больше денег? Это так не работает. Вот это 400. Ну не появится. Больше 600 не будет. Блин, ровно 600 рублей. Хоть бы было
на 610, что ли? Не получилось. Ну вот так. Маникюр вот подорожал. Да. Жопа, блин, ваша. Жопка кроличья. Паша, кроличья жопа. Нас не устроило. Гипсовая. Гипс. Я думала, хотя бы ты еще здесь будешь. Да, конечно. А кто же накидывал то-то до тысячи? Ну, все тогда. Эх. Ладно, поэтому вот вам елочка с непрерывной съемки. Все, Новый год уже и по старому стилю наступил. Значит, будем заканчивать с этим делом. Вот, теперь любимая устраивает селфи. Или как это называется? С жопкой кролика. Жопа кролика. Отходы кролячьи. Отходы кролика. То, что выпало из кармана. На этом мы заканчиваем наш репортаж.